Вся линейка продукции Елатомского приборного завода уже давно знакома орловскому покупателю. Она и по сей день пользуется большим спросом. Особенно популярен аппарат «Мовит» среди мужчин, которые ведут сидячий образ жизни, к примеру, среди водителей. Предназначен он для лечения хронического простатита на фоне аденомы, урологических заболеваний. Иван Алексеевич после консультации со специалистом сразу же решил приобрести аппарат. Ну, я от друга узнал, что он купил такой. Я надеюсь, и на заводе сказали, что помогает. С одними из самых распространенных заболеваний нашего времени, остеохондрозом, артритом, гипертонией и осложнением сахарного диабета, помогает справиться устройство «Алмак». Аппарат «Алмак» лечит бегущим импульсным магнитным полем, оно разжижает кровь, улучшает циркуляцию, хорошо снимает боль, воспаление, отечность. Кроме того, этот аппарат прост и доступен в использовании, и каждый человек сможет самостоятельно воспользоваться и сделать данную процедуру. Покупателей привлекает высокое качество обслуживания и профессиональная консультация. Вдвойне приятна 5% скидка на продукцию для пенсионеров и ветеранов. У меня урологического профиля интересуют приборы. Продукция здесь именно заводского производства, с гарантией, с квалифицированную консультацию могу получить. В летнее время актуальны заболевания мочеполовой системы, цистита, обострение хронического пилонефрита. Все это дает купание в водоемах. В этом случае на помощь приходит Теплон. Имеется насадочка для лечения лор-заболеваний, воспаления отита, прогревания уха. И вот такие вот 4 нагревательных элемента, которые также позволяют лечить заболевания опорно-двигательного аппарата. Это идет сухое дозированное тепло, глубокое проникновение, что дает быстрый эффект в борьбе с инфекцией. Как и у всех медикаментов и медоборудования, у приборов есть противопоказания. Поэтому необходима консультация специалиста. Получить ее и приобрести аппараты можно до 14 июля в магазине «Медтехника» на улице Базовая, 6. Или с 19 по 22 июля по адресу улица Карачевская, 97. Андрей Жиляев и Андрей Борискин для программы «Оперативный эфир».